Всем привет, с вами Артём. Наконец-то вышла долгожданная финальная версия AS13. В этом видео я расскажу вам все, что нужно знать про темную тему оформления в ней. Включается темная тема по пути настройки экрана и яркость. Можно все время ходить с темной либо со светлой темой оформления, либо переключать их. При выборе режима от заката до рассвета iPhone автоматически определит ваше местоположение и включит темную тему на ночь. Если же выбрать настройки расписания, то тема будет включаться и отключаться строго в определенное время. Кроме этого, можно включить затемнение обоев. Переключатель расположен по пути настройки обои. Так, светлые картинки будут более гармонично вписываться в темную тему. А в разделе «Настройки», «Обои», «Выбрать новые обои», «Снимки» вы сможете выбрать пару картинок, одна из которых будет отлично смотреться с темной темой оформления, а другая со светлой. Быстро переключаться между темами оформления можно в пункте управления. Зажимаем переключатель яркости и получаем кнопку включения и отключения темной темы. Но и это еще не все. При помощи приложения команды вы сможете добавить две кнопки для быстрого включения и отключения темной темы прямо на панель с виджетами, которая будет доступна даже на экране блокировки. Создаем новую команду, выбираем необходимое оформление, подбираем подходящую иконку и название. Не забываем включить переключатель отображения в виджете. Не забываем включить виджет для приложения команды и получаем кнопку для удобного переключения режимов. Можно и вовсе перейти в раздел «Автоматизация» и выбрать условия, при котором тема будет включаться или отключаться автоматически, например, при подключении к домашней сети Wi-Fi. На этом все. Не забывайте делиться лайками, оставлять комментарии, а также подписываться на канал. С вами был Артём. Пока!